Сочинением французским 20 века написали его братья Жан-Жан,
Сюита в четырех частях. Первая часть – сельский праздник. Вторая часть – красивый пейзаж. Третья часть – бабочки. И четвертая часть – концерт на площади. Thank you.
Thank you.
квартирное исполнительство на саксофоне, как и рождение, появление самого этого инструмента, насчитывает не такую уж большую историю, в связи с чем всегда встает вопрос о репертуаре. И вот приятно отметить, что современные композиторы не обходят этот прекрасный инструмент стороной, создают все новые и новые сочинения. Для вас сейчас прозвучит произведение английского композитора современного. Многие, наверное, могут знать по его известным саундтрекам к различным фильмам. Это композитор Майкл Найман. И мы для вас исполним песню для Тони. Свита или как балет «Золотой век», но
наш квартет не ищет легких путей, и мы решили пойти дальше. А в частности, наш балетанист Илья Богомол, который является пополнителем нашей нотной библиотеки, обогатителем нашего концертного репертуара. Благодаря ему у нас появилось очень много новых произведений, оригинальных, которые исполняем только мы. Дело в том, что он, Илья, делает очень много интересных и оригинальных переложений. В начале концерта вы услышали четырехчастную сонату Марчелло, которую также переложил Илья для квартета саксофонистов. А сейчас вы услышите прелюдию и фугу ре бемоль мажор Дмитрия Шостаковича. Переложение для квартета саксофонов Ильи Богомолова. Thank you.
более легкой музыки, музыки более легкого жанра. Снова очутимся с вами во Франции, уже нашего времени. Для вас прозвучит свита французского композитора Жерома Нуле «Де Квадерс». Мы сыграем для вас три части: танго, медленный танец и чарльстон.
расскажу о нашем коллективе. Российский квартет саксофонистов существует уже около 3 лет. Все мы были студентами, кто-то сейчас является студентом, кто-то выпускники, кто-то еще учащиеся Российской академии музыки имени Гнесина. 3 года назад наш британист Илья предложил нам собраться вместе для того, чтобы поиграть на какие-то маленькие мероприятия. Потом это переросло в взаимовыручку на экзаменах по ансамблю в академии. Дело в том, что мы все занимались с разницей в год. Когда квартет создавался, он состоял из студентов 1, 2, 3, 4 курса. Поэтому мы 4 года подряд выручали друг друга на госэкзаменах по ансамблю. Нас академия наша заметила, начала выдвигать на какие-то более серьезные мероприятия. Мы начали выступать на различных фестивальных программах, концертных вечерах в Москве, в ближайшем Подмосковье. Потом мы начали задумываться уже о своем дальнейшем, и как-то наше творчество начало перетекать в более профессиональное русло. Мы задумались о названии, предложили руководству нашего вуза, чтобы они одобрили наше название как квартет Академии имени Гнесиных, но мы не поддержали, не нашли поддержки. Но это может быть и к лучшему, потому что начались бурные поиски нашего нового названия. Было предложено не одна сотня названий. После жарких и бурных споров мы решили все-таки остановиться на названии, на очень таком скромном названии «Российский квартет саксофонистов». Дело в том, что это очень интересно подходит под биографию, биографии наших артистов. Дело в том, что я начинал учиться музыке в городе Петропавловске-Камчатском, продолжал обучение в колледже в Новосибирске и потом перебрался уже в Москву. Наш артист Тарас сам родом из Нефтеюганска, долгое время потом обучался в Магнитогорске и затем также перебрался обучаться дальше в Москву. Илья у нас родом из города Чехова. Ну, надо заметить, что до 6 лет я жил в Волжском. И Станислав у нас из города Подольска, поэтому как-то вот мы так охватили всю географию страны и с полным достоинством назвались российским квартетом саксофонистов. За это время мы провели немало концертов, побывали и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Урале, с различными концертами, сольными и сборными. Вот с января 2014 года наш коллектив вступил в тесное сотрудничество с тайваньской фирмой саксофонов «Антиква», а также с магазином-салоном «Мариачи», и в результате чего уже с начала этого года мы провели серию творческих встреч с жителями Тулы, Нефтеюганска, Тюмени, Екатеринбурга, Асбеста, Орла. И вот сейчас, сегодня мы на этой сцене знакомимся с вами в замечательном городе Волгограде. Отдельные слова благодарности хотели бы выразить людям, благодаря которым этот концерт состоялся. Это директор детской музыкальной школы №1 Лариса Викторовна, а также преподаватель по саксофону, который нам очень помогала во всем и помогает. Это Варвара Евгеньевна Фомичева. Большое вам спасибо. Сейчас мы продолжим путешествие по странам и совершим такой интересный вояж. Побываем с вами в Греции через Испанию. Для вас прозвучит греческая сюита испанского композитора Педро Тюрани.